Вот эта вышка, она вообще ни о чем. Вот дом. Дом внутри этот. Ребятки, хотим зарейдить вот этих ребят. Нам надо подобрать билдинг, который ближе всего. Этот билдинг далеко. Оббегаем в другую сторону сейчас. Мне вот интересно, есть на втором этаже в этих проходах билдинги? Мне кажется, есть. Вы видите тут проходы? А, хотя нет, это... Да-да-да. Я понял. Это все для того, чтобы не подсаживаем через один. Изи. А он зашел внутрь? Киньте крафтить кирки. Да-да, дверь закрылась, ребятки. Закиньте крафтить кирки. Железо, могу 4 стены. А, у него второй этаж. Да-да, там можно перепрыгнуть. Подсадка, подсадка. У кого глушитель есть? У кого глушитель? Ломайте. Да ни у кого, блядь, глушителя нет. Нет, есть у кого-то был. Никого нет. Так, тут у него окошко. Обойдите сюда. Кто-то ходит внутри. Я поднял. Две двери точно. Блин, тут можно ракетами просто его разнести, пух и прах. А тут можно на это пристроить. Не пристроиться, а забуститься. Давайте. Сейчас открою, выясним. Ребята, подождите, ну не ставят все втроем там. Давайте один, подстраховывайте сбоку. Соседний огород. Ну да, давайте, тихо. Бежит сзади. По траве. Попал, минус. Все, все, вы запрыгивайте, запрыгивайте. Воу-воу-воу. Буститесь там, да ну. Ну вот вас двое стоит на угол, встаньте и буститесь, видите? Ну по мне попались. Соседний дом, левое, правое окно. Левая башня, правое окно. Дом за спиной. Надо отступить, ребят. Проснулись они. Давайте подходим к этому дому, который мы хотели рейдить. Давайте все сюда. Подходите, я прикрою вас со спины сейчас. А, блядь, тут. Смотри, сейчас там сзади, да. Да, я вступил, да. Сейчас я буду залезать внутрь. Все перепрыгнем okay. Внутрь, там уже будем... Кто кинул крафтить кирки? Отзовитесь. У кого металл и дерево? Сейчас скину. Билдинг, делаем пристройку к дому. Билдинг выносится на изи. Две ракеты, вот. Вот этот билдинг. Делаем пристройку к дому и взрываем. Давай, две ракеты. Нет, там ракета и добиваем. Гранату взял кто-то? Слышишь, да, а вот тут вот... Стреляй. Вот тут, не-не-не, тут дверь простая. Гранату кидайте, ребята. 26 хп у двери, давайте. Даня, ты где с гранатой? Где? Я вас потерял, я сыновка был. Да ёб твою мать, а. Даня, быстрее, пожалуйста. Вот, все, я сыновка. Так с каким ановка? Короче, надо было мне брать ракеты и гранату, и все. Даня, где ты? Вот ты. Я... Ты ситуация, да. Максимально вроде близко. Все. Слипер. Лутайте слипер. Что там? Херня. Слипер. А лут. Нормально, Томпсон. Болт. А что ты мне не дала привилегию? Есть. Минус привилегию. Прикрывайте, я строю, ребят. Все прикрываем, все. Коц, где-то я его увидел. Я работаю по чуваку. Давай. Дом, папа, окна, блин. У меня попал, он попал. Не надо так кричать. Блядь, Даня, успокойся. Это реально. Положки я его. Скоростными стрелял. Ребят, откуда огонь? Где чувак? Чувак на противоположный, помнишь, дом железный? А, я думал в основном. Он оттуда стреляет, нет, с лука стреляет оттуда. Да пофигу, оттуда пускай стреляет. А, вот сверху, да, пытается. Главный. Ребят, самое верхнее окно, угловое, треугольное, контрольте. Он будет сейчас пытаться разрушить под пристройку. Да. Они по окнам бегают. По самым верхним окнам. А сколько их? Ну, вроде как один пока, с калаша, пытается разбить постройку. Уже по бисквиту стреляет, по идее. Гранату туда, да, нет гранат. Подавляющий огонь. Одному патрону подавляющий. Он, видишь, он стреляй, окна меняет стреляй. Постоянно. Вижу. Ломает меня все. Какой нехороший человек. Ага, сейчас туда ракету.
нормально, спокойно, все. Тихо, тихо, аккуратно. Дима, скажи, пожалуйста, какого хера ты пришел сюда? Внимайте, внимайте, он положил из работы. Меня стыли, меня. Прикройте, правое окно. Бросьте, знаете, там сидят. Их двое, их двое. Ребят, их уже трое. Надо просто быстро, надо минусить их, у них будет КД на спальниках. Дверь, дверь. Центральная дверь открывается, да. На второй этаж поднимаются, флэш на второй этаж. Понял, понял, прижимаю. По мне попали. У кого бандажи есть? Скиньте бандажи. У меня есть. Кидайте, я возле пристройки. Понял, Надя. Стреляйте, бандажи, давай, давай. Дверь открыли! Флэш! Ты прям стоял у открытой двери, они не стали сажать. Странно. А кого слили? Ановка, да? Да-да-да. Спальники бросьте себе обязательно. Ановка, капец, ты помнил. Я знаю, я и сказал. Бля, ну с тремя внутри как-то тяжеловато. Нормально, ребят, нас больше. Просто мы толпимся, не толпитесь. Проблема в том, что они... Блять, откуда он выходит? Он заебал. Ничего там выдалбливать, ракеты не надо. Надо отыграть от меня. Хэдшот дал, одному хэдшот дал. Хорош. Хороши, давайте снимаем, снимаем. Если он умер, то у него значит есть забавник и дальше кулдаун. Хотя у них могут быть и кровать. Да-да, сверху еще один. С левого окна вверх. Да, он там меняет постоянно окна. Так, двери, двери открывай. Да-да-да-да. Сейчас может выйти. Левое, правое окно. Угу. Они уже достали меня. Но они косые, ребят. Тотально. Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Но они тактично играют. Позиция лучше. Ну, это же их дом, понятно, что позиции лучше. Стараемся от минусов. Нужно играть, как ТБА быстро разрывать. Нежданчики. Они, блин, как бутылки. Все, да, меньше вот этого было. Дверь открыта. Уберите дверь. Ай, по мне свои попали. Смотрите, красава. Так ты под огонь вылез, правильно, что я сделать? Так, их двое снизу минимум получается. Они периодически дверь открывают. Вверху один. Не дает строить. Он достал. А не, он не будет давать. Ай-яй-яй, вообще лоу. Минуснуть. Дальше отойдите, пожалуйста. Хэдшот дал, одного снял. В нижнем. Хорош, хорош, хорош. Верхнего блять. А верхнего нам снизу вообще не видно. Да, она тоже понимает. Заберитесь один, только отдали. Мне забрать? Не-не-не. Понял. Это скинул, бомб стреляет. Где этот бомб? Надо верхнего минуснуть как-то, не знаю как. Я немного поменял позицию, я не на пристройке. Не, я вижу, да, где-то. Я в главной двери у них.
сейчас. Дверь открылась. Готов. Ломают пристройку, короче. Пусть пока поломают. Да он закроет, он запрет сразу одного. Добей. Все, добили полностью. Найс. Смотрите, там еще один может быть. Полностью проход или нет? Не-не, там еще, там шлюз, шлюз. Подбегай. Да. Так, он сейчас может тут открыть дверь. Ракеты. Кто? Они разбегают. Ждем. А нопка, да. Твой труп сейчас исчезнет. Ребята, нопка, залутайте кто-нибудь. Накиньте спальники. Я ж прицел ударил, ребят. Натушка. Ты еще не пришел? Вот я подбегаю вдоль. Справа, кто же там? Наверху сидит на крыше. Это я. Это свои. Прости. Я пытаюсь зачекать нижнюю дверь. Понятно. Манишь болта? Болт у меня. Подожди, кто болт поднял? Мовкин? Да. Мовкин, я поднял болт. Хорошо, отдашь потом. Подбегаю, ребята, сейчас буду приходить. Давай, я у тебя весь основной лут забрал. Хорошо. Исчезни. Я где-то еще секунд 20. У кого еще? Ебать, кто это по мне так дал? У кого еще есть дерево? Кто с собой брал? У Ановка 730 дерева. 730? Да. Выпрыгните кто-то, идите рубить дерево фастом. Я заберу у себя топор. Топор есть. В меня попали жестко попали. А, штуцы есть, норм. Да, второй этаж. Точнее, второе окно сверху. Где мой лут скидывай? А, нет. Чей это спальник? Сломать надо. Сломайте спальник этот. Ломаю. Кто бомж прибежал? Давай. Нет, какой бомж, блядь? Клади в него. Не могу, быстрее. Мы не жесткие, ребят. Ждем. Меняют позиции постоянно просто. Да. Ломает пристройку. Да, я говорю, в него выложи, Даня, блядь. Все, забирайся, тут. Чё там по дереву? Пошел рубить кто? Ановка сейчас пойдет. Окей. Ановка, ты пришел вообще, нет? Да. Блять, я сейчас разбираюсь в хламе. Извиняюсь, ребята, я не буду. Ага, и мне в это время хэдшот дали. Да ладно, ты сдох? Не, я живой. Не по мне попали, не хуёво. А у нас ужасно мало скилла, лучше купить, блин. Забинтуйте кто-то, у кого бинты есть. Я не фулл хаповый. Данил! Есть бинты, кто это? На. Я в пристройке стою. Понял. Есть на бандаже. Шприцик бы еще. Давай, я тебе могу 40 хп. Давай, вкали. Сейчас что-то придумаем. Тихо. А если я один шприц достал? Могу бандажей скинуть тебе, бисквит. Давай скинь. Скидывай. Возьмите кто-то болт и чисто контрольте окна сейчас. Они периодически высовываются где-то. Ребят, конечно, не знаю, послушайте. На крышу уже один.
крышу. Уже прям на крыше. Вижу, вижу, вижу. Вот это он херню, кстати, сделал, что на крышу вылез. Ну ему вообще придется всему высовываться. Ребят, такое предложение. Вы видите вот эту пристройку, где открыто? Вот на крышу запрыгиваем и долбим дальше с ракеты. Да, один на крыше, одно с, окно. Верхнее. Вижу. Один прям вообще на крыше. Ой-ой-ой-ой-ой. Захилить? Да. Выстрелите туда, блин, я не знаю. 30 хп. Не гляди на терпение, сейчас я не пушить. Хедшот. Хорош. А чего ты дал хедшот, Коша? Коша. Если у него был не пол хп, то он сдох. Блять, мне хедшот дали, я сдох сразу. Кидай спальник тебе. Спальников нет? Давай. Прикройте. Спальники на пристройку сразу киньте. Бля, тут билдинг блок. Шкаф кто-нибудь очищал, нет? Может взять с дома это? О чем я говорю? Блин, а что строительство заблокировано? Шкаф никто не очищал? Нет. Посмотрим, может очистил кто-то. А скорее всего очистил. Там должны. Там перекрыли. Да, блин, очистили. Попали. Ребят, кто бандажиком может? Кидай спальник. Давай, давай. А Новка, ты рубишь дерево? Кинул, да? кинул. Пишу, кинул. Ты себя залутаешь? Пошел за деревом, пошел. Да, 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 залутаю. Ты пошел за деревом, да? Где-то порта. На, тебе дам, дайте, есть. Пожалуйста. Пристройку зайди. Где-то порт, кому-то порт. Вот топор лежит. Верь, что вниз провалился. Давай я тебе дам еще. Вот смотри, вот это. Для кого-то хотя бы один шприцик есть? Нет, кого есть? Мне 50. Подбирай эту хавой. Тут тыквы немерено. Не бросайте ничего, дед, все провалилось. Я голый сейчас, без брони, не слили. Так, правая крыша уже, один чувак. Что-то строит. Что-то строит. В окошко поглядывай. Нам бы взорвать правую. Справа. Взорвать и прыгнем на левую. Билдинг надо найти сейчас. Займусь этим. Меня, но еще раз, топоры провалились под фундамент. Капец. А под фундамент. Я тебе сказал, не бросай, Даня. Так я первый вообще сам последний бросил, ты не говорил. У меня только обычный есть. Самодельный. Молот, который. Можно сидим, сейчас просто сидим, они нас отлично перестреляли. Слышите? Metal Fragments у кого? У меня. Смотрите, я поставлю стенку вам тут. Деревянная стенка, держите в оборону. Вот тут одну и еще одну кину, короче, вам. Две деревянные стенки, в них спокойно держите оборону. Если вас уже прям подпушат. Пытается ломать. Давай сюда задрушим. Ребят, взрывать надо. У нас хила ноль. Лично у меня... Надо либо отступать, да, уже хил кончается. Либо мы сейчас отступаем, либо мы им отдаем ракету. Давайте так, я скидываю флеш, где ты? Флэш. Я возле две двери, там где одна открыта. Подходи к пристройке. Давайте так, слышите, я скидываю сейчас весь лут.
Флэш, заходи где двери, зайди сюда. А, тихо, тут камик, не-не-не. Давай назад, назад. Я скидываю ракеты, вы вчетвером уходите. Даете мне несколько шприцов, я держу оборону. Вы идете домой, берете сейчас дерево, камня, короче, бери. Скинул ракеты и ракеты. Я уже ухожу. Хорошо. Дерево побольше возьмите. Шприцов скиньте мне и уходите домой. Сзади два бомжа. Дерево скиньте мне. Ой, не дерево, а шприцов. У кого шприцы? Шприцы есть, ребят, что за игнор? Скажите, нет, нет. Нет. Уходите тогда. Уходите уже домой, слышите? Идите. За отхилом, за всем. Уходите. Я взял. Все, уходите оттуда. Ребят, к вам вышел чувак с дверей. Понял, понятно. Я за ним прям бегу. В синей майке бежит к вам. Минусанул. Хорош. Все, ну, ребят, так. Давайте я пошел. Я больше не буду. Давай. Все, удачи. О, блядь, меня в хедшот слили. Ресаюсь на спальнике. Я уже за периметром сдох. Я понял. Там был дроп флеш у этого, которого ты снял. Да, забрал Томпсон. Дай калашик или Томпсон. Нет, Томпсон. Давай, кидай. Я пойду залутаю себя быстро. Патронов. Да забей. Сейчас выходить будут. Там он тоже залутанный, можешь его залутать. Он там прям сейчас будет, ты в него упрешься. Вижу его. Хотя б маску одень, я броню. В деревне, я могу камень забрать, скрафтить все, пока там бейтесь. Бери, скрафти от хила. От хила камня, сейчас возьму дерево. Блин, сейчас темнеть будет. Ну давай, я залутим. Блять, все, они сломали лесенку. Ну я ж про что и говорю. Убирай ты все, что осталось. Да мы не забили. Все, меня опять. Ой. Лут за периметром. Надо как-то добежать за периметр, там все ракеты. Бегу, побежали, мажись. За периметром, там, где мы залазили. Да, они сейчас будут меня выкуривать. Я понял. Просто крой, отойди, просто крой нас. Сейчас, блядь, там же могут исчезнуть. А вы сейчас где? Вы где, ребят? Я в деревне зарезался. Я выхожу из деревни, бегу туда. Но это далеко, блядь. Вот мы опять не кинули в спальник. Угу. Вот с этим мы протупили. Так, а как бы туда добежать быстрее всего? Оно где-то так, тут... Меня сейчас сольют, ребятки. Сиди, держись просто. Да, я тут сижу, они тут уже втроем или вчетвером сейчас будут выходить на меня. А это ты плывешь, Ановка? Да. Давай. Они ракеты не залутают. Нам самое главное сейчас... Так там сейчас трупы пропадут. Ну, мы пытаемся как можем. У меня выходит. Две двери открыты. Ты знаешь, где это дом, Ановка? Да, я добегал. Да, слышал, да? Нет, пока. Я говорю, я добегал до него, знаю. Да, понял. Это вы двое там, да? Там главное спасти ракеты. Они там, где вход, там, где мы перепрыгивали. Там уже три двери открыто. Ты минусуешь так их? Не, один балуется с дверью, третий.
закрыл вторую дверь. Слил, но он дверь закрыл. Вася, на солнце прямо на закат, иди прямо на закат. Понял, бегу. Так, пока тишина, кулдаун у них пошел. О, вот это хорош. Они голожопы выбегают тупо с оружием. А, не, вот один проснулся опять. Все, вижу дома. Сейчас главное, чтобы труп успели залутать и мы все. Мы пытаемся. Темнеет, пипец. Вообще, это вообще у них финский флаг. С болта просто так неприятно там на крыше сидели. Но это чувствуется, что не читеры. Это уже хотя бы что-то. Ну, Джейсик, сюда, я ошибся. Ну, там уже трупы пропали по-любому. Я так не думаю, я думаю, стоят еще. Главное, чтобы там кепки не залетали, которые были. Еще одного слил, две двери открыты. Хорош. Три двери открыты. Ты потихоньку можешь заходить внутрь, не бойся. Они могут сверху прыгнуть, меня закрыть. С болта кого положил? Я его убил. Сына. Я подбегаю. Иду смотреть свой лут. Трупа нет, все. Нету трупа, я только болтовку смог залутать. С одним патроном. Пропало все же. А, они залутали нас. Не-не-не, трупы не пропали. Трупы пропали, да. Ну и все хорошо, хоть и мне дали лут. Давайте к флешу хоть перепрыгнем. О, там я тут добрался, еще один спальник, два ружья. Два ружья есть? Не ружья, а этих, револьвера. Я зашел за третий. За третью дверь зашел. Блять, я не запрыгнул. Ну, у меня там спальник есть, я сейчас срезну шуки. Надо построить, там не перепрыгнуть или можно перепрыгнуть? Вы с подсадки, а один на другого можете. Я без подсадки перепрыгнул. Ребят, кто-то уже... Если, ну, предупреждайте, если кто-то подбегает к тому месту свои. Кто это бежит с факелом? Я. А я на спальнике резнулся, я тут. Захожу внутрь. Сверху что? Работает аккуратно. Что? Так. Ребят, могу скинуть. Давай, скинь хоть что-то. В ящик скидываю. Давай. Блять, я опять, сука, неудачно прыгнул. Отхавается кто? Я. Кого скинул? Болт. Отойди, отжись. Парочку, а, наверху кто-то кого-то слил. Труп упал, сейчас облутаю. Да, опять 47 патронов, чувак. Левый. Парочку патронов, скинь мне. На болт? Да. А у меня нету, у меня все в калаше последнее. Понял. Маджестик, пистолет. Я ж там пистолетных патрон, накидал патронов. Маджестик. Я снова хп очень мало, 30 хп осталось. Иди хоть что-то возьми. Кто по улице свой? Я. Yeah. Кто там стреляет? Подойдите на пристройку. Маджестик на пристройку, пожалуйста. Еще раз. Давай. Я
меня здесь. Залагал сервер? Да. Ой, ё, откинул. Угу. Вон, вон тут встань под эту стенку, встань, встань. Да, вон. Ты, ты на углу так опасно стоишь. Давай, ой, давай поближе. Еще раз, сейчас. Я должен перепрыгнуть. Свой? По тебе. Да, тут свои, да, 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 да. Блять. Мы подсаживаемся тут. А куда вы хотите прыгануть? Вот туда, куда не получилось, берите. Все. Скинул болтовку, вон валяется, спереди меня. Вон, вон там где-то. Чуть-чуть правее, вон, вон там, там, там. Камень кидаю туда, смотрю. Бля, нет, не видно. Чуть-чуть ближе к пристройке. О, жесть. Ну как бы хер с ним, мы с сервера и так уже уходим. Куда уходим? Ну так на другой же аж пойдем, меня уже реально достали лаги и вылетали. Я хочу уже нормально поиграть где-то. Ну хотя сейчас наверное... А что там все отсюда так... теперь уже не выпрыгнешь, да? Никак? По подсадке можно. У них база очень грамотно сделана. Да грамотно, не грамотно, мы ее бы зарейдили, если бы они не ломали пристройку. Там на крышу бы запрыгнули. Надо было с собой камень брать или много дерева, чтобы иначе ее сразу грейдить. Он так... пусть открывает и стреляет. Навелся. Он с калашом просто там. Может, сплэшем вальнет. А слышу, он шумит там. Слышу, я даже знаю, что он делает. Дерево, ну, там нет эти... у нас, нет? Нет. Нет. Это кепка здесь бегает. За периметром кто-то с болта стрелял? Не знаю. Не, на крышу лестница. А, все, слышу крышу, да. Открывай дверь. Сразу ваншот. Но он без калаша что-то. По улице ты? Че тут можно дострельнуть, сейчас все рухнет тут нахер. Выноси, Дурвей, выноси, чтобы мимо не достали чисто. Последнее как раз все рухнет сейчас. Давай, давай. Ну а кто это внутри? О, шприцы есть. Короче, это копальня. У кого не изучено, как это... добывалка, можете изучить, пока не поздно. Я бегу, я внутри, в этом периметре. Я понял. Тысяча тканей. У них тысяча тканей прямо на улице, представьте, что у них в доме. Одна ракета еще осталась. Давайте чисто ждем, пока они будут открывать двери или что. Даже не знаю, что тут ждать можно. Да надо было вообще изначально отступить сразу, да и все. Тут, если честно, мне уже, ну, сразу, да, было понятно, что мы ничего не сделаем. Ну, к сожалению, да. Мы пытались. Суровая реальность. Так, а мне можно вообще как-нибудь отсюда отступить, нет? Есть бин. Да, кидаю.
Я, кстати, нашел этаж с лутом. Вовремя. Угу, очень даже. А, тут смотри, тут одежда, жрачка. 300 тканей, охренеть. У меня еще 1000. Вот тут, короче, есть рецепт этого. Шахты возьми, изучи. А мне она изучена. Опа, как хорошо по мне попали. Откуда они стреляют? Сверху прям? Да, из дверей. Не с самого верху, с середины там двери открывают, короче. Да, если бы их онлайн не было, это было. Давайте до дома, может, возьмем калашей и бахачиков накроем. Ну можно, в принципе, уже слить лут до конца, и чё. А ты без коврика, Флэш? Да. Мне тоже послышалось постоянно. В видео. Это слышно. Да. Ты упал? Не-не, я убил. Хорош. Чё тоже очень скилловый. Они уже на улице, с улицы выбили с того входа, там, где мы продолбили, и меня пытались обойти. Сейчас, у меня 70 секунд КД. И он с болтом вышел, блин, там он лежит, труп полный патронов и болта. Окей, понял. А я подойти не могу, потому что сверху калаш контролит. У меня патроны все кончились. Я сейчас могу поднести тебе 50 секунд. Подобрал патроны, сейчас гонюсь за другим чуваком. Слышу. 30 секунд. Все, резвись. Ты вот тут, да? Да-да-да. Там чувак, смотри, аккуратно. Сейчас Он с 4 патронами выбежал. Я его облутал. И там у него что-то 1000 серы. Это металл. Кстати, там может порох, слышишь? Если там есть, облутаю, посмотри. Вот это, вот он труп, вот он труп. Сейчас я пестик возьму. Без пестика я как без рук. Да-да, порох, все, крафчу патронов. Давай. Кто-то упал из меня. Да это я, блин, зацепился. Ну. Жесть, воюем. Всех посливали. Селиус. Не, ну вот понимаете, вот через реку от нас жили вот такие вот мажоры. Мы с ними даже не перестреливались. Ну да. Вот это официалка, вот это я понимаю.